Всем привет! И сегодня у нас в кратком обзоре или в знакомстве с игрой игра под названием XCOM. Неизвестный противник. Итак, что пишут про эту игру создатели? Так, об игре. Так, в этой игре вы стоите во главе секретной правительственной организации, которую называют XCOM. Как командующему XCOM вам предстоит отразить глобальное нашествие враждебно настроенных инопланетян. Для чего потребуется следить за ресурсами, развивать и улучшать технологии и отдавать приказы солдатам в бою. Так, ну что, что тут нам? Хорошая тактическая пошаговая стратегия тут пишет. Ну что, что у нас тут в меню? Одиночная, сетевая. Вот такая сетевая. Играть по рейтингу. Быстрая игра. Точный поиск. Настройки видюху. Ну, у меня средняя карточка как бы. Как бы в принципе не лагает. Как бы нет ничего такого. Шо, погнали в обычный. Ну, тут как всем понравилась игра, пишут, ёлы-палы. Давай, опа. Шо, всем жопа упана. Давай. Инопланетяне пришли. Командир, этот совет наций был собран перед лицом инопланетной угрозы, чтобы согласовать запуск проекта XCOM. Вы были избраны на пост руководителя проекта. Именно вам предстоит возглавить нашу первую и последнюю линию обороны. Ваши действия окажут влияние на будущее всей планеты. Призываем вас ни на секунду не забывать об этом. Даша. Еще куда мы полетели. Удачи, командир. Давай. Mayday, 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 hier ist Falke, wir sind getroffen und stürzen ab. Ich wiederhole, wir sind... Сэр, это последнее сообщение. Вызываю Вуду 3-1. Вас отправляют в Германию. В 19:00 по местному времени на Землю упало несколько неопознанных объектов. Мы знаем, что это не обломки спутника. Вероятно, у этих объектов инопланетное происхождение. Вскоре немецкие власти получили сообщение о массовой истерии и погодных аномалиях в районе происшествия. Позже данных не поступало. В 21:00 вертолет разведотряда, прибывший на место падения, сообщил, что подвергается обстрелу и совершил вынужденную посадку. Как вам известно, Германия входит в состав Совета, и она запросила Совет о помощи.
Наша задача — на месте оценить ситуацию, выяснить состояние немецкого разведотряда и, по возможности, осмотреть инопланетные предметы. Конец связи. Давай, погнали. Центр, я рейнджер. Мы нашли место крушения. Слышу вас хорошо. Есть движение? Никак нет. Внизу все тихо. Ясно. Садитесь рядом. Давай. Центр, вы видите? Да, Дельта, мы это что видим. Флаги уходите русские. С открытого места. Тот, кто это сделал, может японский атаковать и вас. Дельта-1, у вас впереди куча обломков. Укройтесь за ней. А, короче, надо типа это. Понятно. В общем, надо. Так, это же. Так, теперь бегом к ближней машине. Давай, давай, что там. Дельта-2, теперь вы, двигайтесь к обломкам. Угу. Эти обломки дают не лучшую защиту. Впереди есть место, где можно укрыться получше. Окей. Дельта-3, идите вперед к машине. Центр, вижу движение. 30 метров к северу от меня. Переместитесь к следующей машине. Там позиция лучше. Дельта-4, проверьте объект. Расстояние... Что-то не смахнуло на японку. Черт. Дельта-4, что видите? Кажется, это разведчик, сэр. Боже, ну и вид. Это ваш человек на связи? Нет, сэр. Не знаю, кто это. Доктор, что он говорит? Он говорит, помогите. Радиосигнал идет из точки к северу от текущей позиции отряда. Судя по мощности сигнала, передача ведется из здания. Спасибо, доктор. Дельта, заходите в это здание. И не светитесь. Давай. Помните про укрытие. Центр. Тут просто море крови. Можете понять. Центр. Похоже, я нашел еще одного из разведотряда. Точнее, то, что от него осталось. Бред какой-то. По виду он мертв уже неделю. Какая странная смерть. Мне кажется, его как будто разорвало изнутри. Как будто что-то вырвалось из него. Сэр, наблюдаю объект. Разрешите приблизиться. Разрешаю. Это единственное прикрытие между вами и зданием, и мы пока не знаем, что вас там ожидает. Что видите? Прием. Понятия не имею, что это за штука, но это не спутник, точно вам говорю. Вас понял. Отряд Дельта, здание близко. Продолжайте движение. Так, теперь пора зайти внутрь. Дельта-1, перед вами окно. Загляните туда. Я на точке. Все чисто. Вас понял. Укройтесь в здании. Давай, давай. Дельта-2. Видите дверь впереди? Выбейте ее. Все понял. Как-то так долговато все вроде. Но, в принципе, прикольно. Русский парень. Центр, вижу цель. Объект вооружен. Дельта-2, понял вас. Не отходить, всем занять позиции. Держите дистанцию. Доктор, попробуйте с ним поговорить. Вдруг получится. Скажите, чтоб бросил оружие. Попробую. Халло. Кёнэн зими хёрэн.
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Bitte, lassen Sie Ihre Waffen fallen. Похоже, он в шоке. Не расслабляйтесь. Он там что-то проще провякал, что он в шоке, там что-то на молдавском там. Дельта-3, заберите у него оружие. Да это же, блин, он, если он сейчас выстрелит. Какой-то пиздюк им управляет, похоже. Что на... Выстрелил! Русского сразу убили. Печаль. А вот и гости. Ранен! Дельта-1 ранен! Центр! Нас атакуют пришельцы! Меня давит огнем! Я под обстрелом! Так, мы будем атаковать. Дельта-2, вас зажимают. Смените укрытие. Давай. Так, Дельта-2, слушай меня. Приготовьтесь. Нажать на Enter. Окей. Второго. Отлично. Давай. Дельта-4, путь свободен. Уходите оттуда, укройтесь. Бросьте гранату в противника перед вами. Так, Enter. Чё, стрелка, боеготовность, осколочная граната, так, СТП, лови. За Родину! Сейчас они начнут контратаку. Дельта-4, у вас за спиной еще один! Бабу, короче, грохнул. Боже. Пипец. Дельта-2, я думал, их не будут убивать с первого раза. Надо бить наверняка. Постарайтесь зайти к этой твари с фланга. Вот так. Теперь вы отлично видите цель. Огонь! Красавчик. Центр. Все готово. Все чисто. Кто у нас остался один какой-то? Вас понял, Дельта. Возвращайтесь назад к Рейнджеру и позаботьтесь о телах. Да, ну такой геймплей, ну, такой пошаговый. Не знаю, так по-своему интересен. Так, вон, что-то Европа, это походу на шоу. Так точно, летим домой. Полетели. Наверное, база, о которой там говорили, что надо ее прокачивать там, или что. Что это за существа? Понятия не имею, но они чуть не угробили отряд наших лучших бойцов. Ладно, я пойду. Начальство ждет в центре управления. Их технологии намного превосходят наши. Значит, доктор, нам с вами придется поработать. Да. Добро пожаловать в штаб XCOM. Я офицер управления Брэдфорд. У меня две задачи. Контролировать полевые операции и держать вас в курсе событий. Я постараюсь вас лишний раз не отвлекать, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном. Кстати, в казармах есть солдат, который ждет повышения. Это как раз по вашей части. Ну что, давайте посмотрим, как его повысить. Это, короче, наша база такая, типа. Командиру XCOM просьба прибыть в казармы. Повторяю, командиру в казармы. Инженерный отдел, казармы, ангар, оперативный штаб, лаборатория. Шеф, вас ждет солдат вооруженный. Это в казармах. Бойцы, вот. А, вот, короче, какой-то, блин.
С последнего задания из отряда Дельта живым вернулся только один боец. Я бы посоветовал его повысить. Как известно, каждый солдат уникален. Этот парень отлично работает с тяжелым вооружением. По мере того, как он будет набирать боевой опыт, ему стоит и дальше развиваться в этом направлении. Теперь, кроме обычного оружия, у этого бойца появится гранатомет. Думаю, пришельцы будут неприятно удивлены. О, шеф, доктор Вален хотела видеть вас в лаборатории. Там, похоже, что-то важное. Командиру XCOM просьба прибыть в научную лабораторию. Командиру в лабораторию. Так, ну что, вот такой вот геймплей. Тут там только пошагово прохождение. Короче, тут это типа база. Ну ладно, давайте посмотрим теперь, что там нас ждет в сетевухе. Тут более-менее все ясно, как она будет продвигаться, игра. Ну, достаточно интересно. Никогда не играл в подобного рода как бы игры. Думал, что уже подвисло. Ну что, погнали, что мы их стрелок. Давай, ладно. Что там, посмотрим побыстрее. Лянчику. Что там, как там? Так, открытая без рейтинга. Бар 120 секунд на ход. О, 2 минуты, короче, каждый будет ходить. Хочу, хочу. Чё нахуй? Привет. А? Ну, красавчик, привет. Да, вот это вот. У типа там кто-то пришел. Так, ладно, отваливай. Мы будем играть или нет? Алло. Я не говорила, но... Давай, давай. Противник попался наш парень. Давай только по-быстрому. Да. Так, слушай, больно так, ну что, вот такая вот у нас. Давай только быстро там ходи. Боже, алло, противник, давай, ходи. Понятно, короче, что-то противник заснул. Ладно, короче. О, о, раздуплился, красавчик. Так, по-моему, интересно. Давай в дом там еще заходи, сейчас быстро порубимся. Тебя, ну, там.
Потом намажу, Ну? Ну чё там так тяжело 4 раза нажать? Давай к дому там туси. Победа. Это была победа. Спасибо за игру, дружище. Ну что, вот такая у нас получилась сетевая игра. Победили бы нашего гостя. Долго ждать, конечно, неудобно. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.